Юху! Ребят, мы на Массандровском пляже. И сейчас хочу показать вам обстановку, что здесь творится. Вон познакомился с чуваком, сейчас будем с ним заплыв делать. Посмотрите, просто люди, нормальное количество людей. Все чилюют, очень сильный ветер, поэтому приходится орать. Сейчас подниму руку, покажу обстановку. В общем, я уже вон туда плавал. Но смотрите, просто расскажу. Здесь очень сильные волны, поэтому нужно плаваешь там, там куражишь, и потом уже ныряешь сюда, и тебя выкидывает просто на берег. Реально просто выкидывает. То есть я не угораю. Так, ну бунгало, как же без нашего бунгало? А, и вдалеке, я не знаю, какой-то корабль стоит, возможно, это Херсонес, у меня плохое зрение. Можете увеличить, кропнуть, и вы поймете. Сейчас 32 градуса на улице, час дня, и 24 температура воды. Вот мои хмурые закуляют шмотки. Все, я сейчас спускаюсь, и мы идем нырять. Все, давай, чугово. Жесткое сочется, солнце светит. Посмотри, у меня цифры идут. Да. Ну, значит, это пишет. Только ты там не прыгай вниз прям жестко. Но нормально, тут нету камней. Вот там есть чуть-чуть. Не камни, а такая пологая. Нет, я вот так прыгну, чтоб заснять, что здесь происходит. Ну, просто на спину. Короче, смотри, я вогнал. Подожди. Мне нравится, как снят фильм «Хардкор». Видел? «Хардкор». Там камера где-то вот здесь вот примерно закреплена. Мне нравится, как снят фильм «Хардкор». Видел? «Хардкор». Там камера где-то вот здесь вот примерно закреплена. Он там бегает, типа... Это мой любимый фильм, идеально. Я бы тоже так хотел снять. Я тоже видел, ну, смотрел. Они типа камеры там крепили. Туда. Я, короче, еду и ударился вот об этот пролет, я ударился, потом я упал там, и еще я зацепился за ту хрень, короче, везде, где только можно, и просто упал.
Блин! Народ падает! Народ за бортом! Давай руку! Какую-нибудь! Олег! Ну чё, ты понял, что это небезопасно? Кайфанул? Да. Ну, кто не понял, где это находится, получается, вон там вот набережная, вон ее видно. Вот так вы идете, это Массандровский пляж, вот домики бунгало, и получается, вот здесь парковка. Все, это вот это место. А дальше там вон пляжи Интуриста. Все, давайте завершающие кадры. Ставлю, возможно, одним дублем, может, не буду ничего вырезать, посмотрим. Что за шутка? Yeah.